отображаю на себе. Бывшим карьером там вот котлованы такие красивые. Тут проедем. Да, перекопано, только пешком подъедем. Сейчас, короче, поворачиваешь налево, потом направо и до конца езжай, никуда не сворачивай. И там выйдешь в гору. Как пешком дойдешь, там 50 метров.
камень убери. Тихо, не торопись. Вот так. Как он не подымается, или смотреть по нём? И снова всем здравствуйте. Привезли меня на этот раз вообще в незнакомые мне места. За город Междуреченск. В какую-то глухомань. На какие-то озера. Вот идем смотреть. Здравствуйте, скажи всем. Здравствуйте. Это не озера. А кто? Это бывший разрез тут, это угольный был. И вот выкопали все, а оно заполнилось. Вот теперь. Получилось. Короче, это карьер, ребят, демократы. Да. Пойдем смотреть. Дороги перекопали почему-то. Для какой-то цели. Неповадно было. Да, чтоб неповадно людям было. Все начинается. Таежные ручьи. Но это уже не 50 метров. Да, это он. Я помню, что это 500 метров. Фух, блядь, все. Надо таблетку есть. Сейчас допинг закачу. А то все уже. Комарики начинают жигать. Спросили у деревенского, он говорит, там в гору метров 50. Вот мы идем уже два раза по 50. Вот они, озера, карьеры. Рукотворные. Елочку срубил какой-то гад. Мешала она ему. Все, фотосессия началась. А, хорошо. Не поскользнуться бы туда, не баряхнуться.
такая вот водичка здесь. Ну, пойдем смотреть. Что, думаешь, где-нибудь объехать. Там речка вытекает, наверное, она. Это с нее вытекает. С карьера вытекает, скорее всего. 100 пудов. А не только с карьера. Тут еще вот сбоку она вытекает откуда-то. Речушечка. И там вытекает. Обойду. Роса. Породнички какие ядреные бьют. Это все притоки Усы. Ну ладно, погнали. Нифига, как роса какая. Или дождь тут прошел, или роса. Башмаки у меня мокрые. И комары меня кусают. Комаров тьма тьмущая. Что ни говори, тут красиво. Ай. Кыш. Едят поедом. Все уже пыльцу сбросила сосна. Нет, не всю, вот. Вот она пыльца. Можно еще пособирать. Можно. Вот она пыльца. Не хочет. Вот ее, вот эту точно надо собирать уже. Пес, заблудились? Они по той дороге обходили. Наверное. А я по тропиночке их поди обману. По этой. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Глядишь и догоню, я ж таблеток нажрался. В принципе-то да,
50 не 50. Ну. Кедра какая. Распушилась стоит. Фух. Там еще одна. А здесь местные берут материал для печей, скорее всего. Подмазать что, глина с песочком. Карасаны ходят, вон, следы кругом.